Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Прошу к столу». Сегодня я хочу предложить вам приготовить десерт за 5 минут. И готовить мы будем с вами домашние конфеты. А для этого нам понадобится творог, сушеные абрикосы, орехи, шоколадная стружка, кокосовая стружка, печенье и масло. Сначала мелкими кусочками порежем кураку. Конечно, обязательно ее сначала надо помыть. Вы можете взять любые суфакрукты, которые вы любите. Измельчим орехи и печенье. Теперь к творогу добавим молотое печенье. И топленое сливочное масло. И хорошо перемешаем массу. Творожная масса готова. Теперь скатаем небольшие шарики и обваляем их в орехах, кокосовой стружке и в шоколадной стружке. Домашние конфеты готовы. Всего 10 минут. Легкий и очень вкусный десерт у нас получился. Рекомендую его вам обязательно приготовить. Подписывайтесь на наш канал. Подключайте колокольчик, чтобы не пропускать новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!